Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. У меня проблема с социальными навыками и коммуникацией. Мне очень сложно заводить друзей и в целом общаться с людьми, даже если я стараюсь с кем-нибудь подружиться, то у меня это не выходит. Я что ли веду себя слишком правильно, шаблонно, в скобочках. Не проявляю себя никак ни в одежде, ни в поведении, ни в речи, то ли слишком скованно. Я бы и хотела быть более яркой и интересной, но внутри как будто блок перекрывает и не дает мне проявляться. С другими людьми я веду себя сдержанно, отстраненно, закрыто, очень мало общаюсь, а так как я переехал недавно в новый город на учебу, мне просто необходимы друзья. Чувствую себя очень одиноко в новом городе. Из-за этого еще боюсь устраиваться на работу. Моей единственной подруги с детства отношения с другими людьми складываются просто как по маслу. Все считают ее милой, доброй и хотят с ней дружить. Как быть в этой ситуации? Ну, самый лучший способ быть в этой ситуации, это, пожалуй, обратиться, то есть пойти на психотерапию. Вот это самый лучший, наверное, способ быть в этой ситуации, потому что, ну, на мой взгляд, совершенно очевидно, что проблема ваша, скажем так, достаточно системная, да, вот, затрагивает она проблема. Совершенно разные, наверное, сферы вашей личности. Вот, и как бы необходимо работать именно вот с общим, скажем так, телом вашей личности, чтобы проблемы скорректировать. Начнем, пожалуй, с того, что мне показалось, будто бы вы боитесь отвержения, мне показалось, что будто бы вы боитесь, что вас как-то вот отвергнут, мне показалось, что вот как-то вот вы боитесь, что, ну, вас люди, ну, грубо говоря, грубо, вот если прям совсем грубо, да, то обидят. Вот так вот. То есть мне так показалось, что вас вот чуть ли не обидят прямо люди. Ну вот, хотя, конечно, ну, понятно, что могу я в данном случае ошибаться, но вот мне показалось очень сильно, что вы боитесь, что вас обидят. И обидят прям вот, ну, обязательно должны вас обидеть в общем людям. Ну, может быть, у вас есть такой опыт, конечно, неприятный, когда вас обижают, а вот это, в принципе, если это так, то это очень печально, мне всякого сомнения и грустно. Вот, я вам в этом смысле сочувствую, если это действительно так. Вот, но тут вот, на мой взгляд, нужно, конечно, эту ситуацию скорректировать, потому что, ну, тяжело вам, совершенно очевидно, тяжело жить вот в таком напряжении, вот, в котором вы находитесь, вот, и, соответственно, нужно вам помочь. Это первое. То есть вы боитесь, значит, вот, как будто бы вы боитесь отвержения, да? Вот, как будто бы вы боитесь, значит, того, что люди вас осудят, вот. А что здесь проблематика какая? Здесь проблематика, значит, ну, на мой взгляд, проблематика заниженной самооценки. У вас. То есть вот вы себя обесцениваете. Вот отсюда скованность и так далее. Но
Конечно, дело не только в этом. Ну, на мой взгляд, дело не только в этом. Вот, на мой взгляд, дело заключается еще в том, что вы, у вас есть какие-то вот требования к себе, такие вот. Ну, вот, на мой взгляд, требования не совсем адекватные. Вот, к себе у вас требования не совсем адекватные, как мне кажется. Вот, и, значит, это вас тоже вполне возможно, как-то, ну, как-то сбивает, да, как-то мешает вам, вот. То есть тут вопрос заключается в том, как вы вот в целом к себе сами относитесь, вот тут вопрос заключается в том, как вы в целом сами себя воспринимаете, вот. Как вы в целом себя видите, вот, что вы о себе думаете, вот, и так далее. Это тоже такой, на мой взгляд, серьезный важный момент, потому что если вы знаете себя, допустим, да, если вы знаете себя не очень хорошо, вот, если вы знаете себя не очень хорошо, то вам так или иначе будет сложно общаться с людьми, сложно с ними взаимодействовать. Дальше. Что мне показалось еще? Что мне показалось, что вы не особо чувствуете интересом к общению. Пока что вот, очень похоже на то, что в людях вы видите для себя поддержку. То есть, ну, хотите поддержки. Вот, хотите, значит, ну, от людей что-то получить для себя, то есть, ну, например, вот, если мы говорим, например, про одиночество, вот, которое вы ощущаете, да, вот, если мы говорим в контексте одиночества, то одиночество — это вот некоторое такое непринятие себя, вот, некоторое такое обесценивание себя, значит, по сути, получается. Вот. И вам, получается, как бы, значит, нужны люди для того, чтобы как-то вот этого момента избегать. То есть вам нужны люди для того, чтобы, ну вот, как-то не чувствовать себя, да, не чувствовать себя, например, ну, в одиночестве, допустим. Вот. Это получается такой аспект, не очень хороший. При том, что само собой разумеется, то, что вы можете нуждаться в поддержке, вот, вы можете нуждаться в помощи, то есть, ну, то есть, по себе этой истории ничего такого страшного нет, ничего абсолютно, вот, но вопрос здесь, пожалуй, в ведущем мотиве вопрос заключается, то есть ведущий мотив, именно вот ведущий мотив,
Он, наверное, все-таки, ну, нацелен, лучше будет, если он нацелен на формирование чего-то общего между вами и людьми. И вот что-то общее выстраивается на интересах, базируется на том, например, что вам нравится, на том, например, чем вы увлекаетесь, на том, например, чего вы хотите, например, что вам интересно и так далее. Вот. Если у вас есть определенные с этим трудности, да, то есть, если есть определенные сложности с, допустим, трудности с формированием своих интересов, если у вас есть такие трудности, то это вот одна из ключевых проблем. При построении отношений, вот. То есть дело здесь в этом смысле не в том, что выведет себя скованно, а именно вот в том, что общего как бы не особо много получается. По поводу скованности, да, вы говорите про блок, вот что у вас, ну, блок, как будто бы какой-то блок, вот что, в общем-то, как я понял, мешает вам себя проявлять. Вот, ну, с этим блоком тоже нужно поработать, вот, возможно, это страх, возможно, что-то еще, да, тут нужно смотреть. Сейчас это больше, ну, понятно, да, больше из области предположений, как-то вот, соответственно, наверное, предполагать как раз не очень хочется заниматься именно вот предположениями, вот хочется все-таки как-то, ну, более реально, да, с более реальными фактами иметь дело. Вот, соответственно, пока что вот не получается. Вот. Но опять же, потому что слишком мало информации, например. Вот. Тут тоже
такой аспект имеет место быть. Вот, поэтому лучше всего вам обратиться, пойти на психотерапию, выбрать себе специалиста на частной работе, чтобы вот все подробно разобраться. Вот. Еще один момент, на который ну, на который я бы, наверное, обратил бы ваше внимание. Это момент, связанный с тем, вот как мне кажется, что вы себя, как мне видится, сравниваете с другими людьми, вот, и вот, ну, в данном случае, например, вы прямо, по сути, прямо говорите, что, ну, вот, а подруга моя там умеет лучше. Вот. А у подруги моей там получается то, чего не получается у меня. То есть это вот такое как будто бы, ну вот, как будто бы недоверие в себе. И если это действительно есть у вас, недоверие в себе, если как-то вот, ну, действительно, оно присутствует, это самое недоверие в себе, вот, то с ним, конечно, нужно работать, вот, в этом смысле, и учить вас себе доверять, вот. Потому что, ну, мне не представляется возможным ситуация, при которой вам было бы комфортно жить вот в таких, ну вот, в условиях, когда вы себе не доверяете. Вот. То есть, ну, на мой взгляд, это очень тяжело. Вот. На мой взгляд, повторюсь. То есть, ну, понятно, что может быть по-разному. Вот. Но тем не менее. Вот. То есть, на это вот тоже рекомендовал бы вам обратить ваше внимание, самое пристальное. На этом все. Надеюсь, что мой ответ был вам полезен, интересен. Хочется пожелать вам всего самого доброго. Я очень надеюсь на обратную связь по моему ответу. Это позволит вам, ну, начать над собой работу, позволит вам
сформулировать базовые постулаты. Для психотерапии. Желаю вам удачи, желаю вам всего самого доброго. Вы большой молодец, что начали эту тему, большой молодец, что начала об этом говорить, но это только первый шаг. Всего самого доброго.